Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами компания Кёнигсмен, я Максим Кузьмин. И сегодня мы вам расскажем о новой модели теннисного стола, предназначенной для игры в помещении. Кёнигсмен ТТ Indoor 1.0. Теннисный стол дома или в офисе – это отличная возможность поддерживать оптимальную физическую форму без ощутимого стресса для организма, как при других занятиях спортом. Уж слишком увлекает своим азартом игра. И если вы в поиске стола для настольного тенниса с отличным функционалом, то Кёнигсмен Indoor прекрасно справится с этой задачей. Почему же стоит довериться и выбрать именно эту модель для ваших сетов? Не секрет, что есть прямая зависимость между качеством игры и материалом столешницы. Модель TT Indoor 1.0 выполненная из плиты МДФ толщиной 18 мм и имеет показатель отскока 22,5 см. Это выше всяких ожиданий для любительского формата. Ребра жесткости и устойчивость стола продуманы и выполнены на совесть. Модель имеет 8 точек опоры. Каркас основания и ножки стола выполнены из стали с порошковой покраской. Столешницу усиливает металлический каркас, проложенный по периметру и в середине под столом. Мы уверены, что наши столы надежны и при аккуратной эксплуатации прослужат долго, поэтому предлагаем вам расширенную гарантию на раму 2 года, на столешницу 1 год. Легкость транспортировки системы Easy Move открывает возможность свободного перемещения стола даже для хрупких дам. Складная конструкция Kёнигсмен TT Indoor 1.0 облегчает хранение стола. Габариты в сложенном виде 153 на 42 на 157 сантиметров. Вы сможете придвинуть его к стене и освободить пространство для других целей. Мы продумали маленький подарок. При покупке новый обладатель получает игровую сетку. Теннисный стол Кёнигсмен TT Indoor 1.0 можно установить в квартире, в офисе или коттедже. Тренируйте мышцы и суставы, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Настольный теннис – спорт, который полезен мужчинам, женщинам и детям. Узнайте подробнее об этой модели и способах заказа на нашем сайте kёнигсмен.ру. Спасибо за внимание!